Привет, матрос. С тобой Квантум. Сегодня нас ждет четвертое приключение. В поисках золотых островов. Их нет на карте, и по легенде, эти острова даруют нам несметные богатства. Сегодня в серии на нас нападут морские чудовища. Найдем новый кристалл и приблизимся к разгадке тайны о золотых островах. Мы отправляемся в море пиратов. Офигеть, вода реально прям... Лазурная, бирюзовая, прям классная. Прямо аж глаза долбит. А впереди шторм. Сейчас посмотрим. Не, ну должен нормально вообще войти, прям четко зайди. Тормозишку готовь. Да, уже да готово. Не надо тормозишка. Ну, она готовится, что? Покупаемся, что нет. Я не хочу мочиться. О, это ты, кто нам нужен? Брасу охотник. Блин, я не хотел. Наконец-таки мы нашли Саца. Давайте голосуйте за задание. Голосуй. Выходит, у вас была стычка с капитаншей. Я все знаю. Звезды говорят со старым Садзом, так-то. Так, воин скоро окажется в асценденте относительно змеи. Значит, вы ищете камни, хотите проплыть сквозь туман и повторить путь капитанши. Возьмите эти бумаги, это записи Садза. Подзорную трубу тоже лучше бы разыскать. Полученная история, Толтейл. Я стою спиной полярной звезде. Пацаны, по звездам. Два острова сливаются в один. Сколько тут? Еман тут страниц. Как говорит Халдор, если деградировать пришел, направо поворачивай, на рощу близнецы идем. Прям на НВ. Выводи, прям четко выйдем. Ты леве хочешь вартоваться, удобнее справа. Там щелодка твоя, которую ты хочешь. Так я и правее иду. А что? Подождите, я думал, мы на факторию пойдем. Нет, фактория нам не нужна. Мы уже определились. Кто стреляет? Я. Здравствуйте, здравствуйте. Ёбать. До свидания. Вообще его можно открыть? Откройте ну, его. Да. Иди, да. Смотри, вот открыть. О, да, там дверь. Труба, то, да, что там, надо. Да. Поставь, Антон. Вот водятел с нами. Нафиг ты на корабль его потащил? О, наконец-таки, труба подзорная у нас есть. Поехали. Звезды видно, прикинь, реально смотри. Данил, давай с нами. Можешь пихнуть? Пишите. Давай. Да ты сам пихай веслами, дурачок. Меня подожди! Подождите меня! Пока. Твары! Чтоб сейчас пихнул. Окей. Да ладно тебе! Сейчас тебе будет держи, ладно. Да. Пихни, я пешком же плыть должен. Созвездия рассматривать я не можно. Я не вижу никакие звезды в них. Посмотри, видно созвездия и звезды. А, звезды видно! О, да, прикольно. И символы появляются. Вау! Реально? Кабан! Да, определенно это остров одинокий. Это на восток нужно от острова смотреть, да? Ну да. Орел на востоке получается будет. Угу. И получается нужно на восток от нее правей. Или под ней смотреть. Ну, остров прям под ней находится, кстати. Вот этот, если который прямо по курсу. Вот там... На корабль идем. Это видик точно. Малолетний. Хватаем под ним якорь. Ой, мы задержимся на приора уже. Я давай, Данил. Че-то нормально, Антон, все? Такое, три пробоины, четыре. Ёб твою мать, помогите. Сейчас поможем, сейчас поможем. Меня убили на корабле у нас. Но там не мелко, надеюсь, нормально. Вот, смотри, сейчас орел прямо там должен быть, куда мы должны плыть. Ну вот он. Где нет, он? Это не он. Вот он. Антон, да. Поворачивай, спасибо. Вот раз. Он. Смотри. Он прямо над островом будет. Нет, он чуть левее, кстати, острова. Блин, и этот корабль опять там, ты посмотри. Давайте жмякнем его и все. Текелаж, текелаж. О, кракен! Твою ой-ой-ой. Мать! Доплавались, блин. Пацаны. Сейчас еще этот корабль к нам приплывет. Потому что кракен, внимание, за... Че, будем воевать? Ну а что делать? У нас выбор есть. Только проиграть есть выбор. Так, тот с той стороны занырнул. Я пошел с этой, давай. Вау! Тихо, пацаны, у нас проблемы, его здесь слишком много. Блин. На, нахрен. Все, так дальняя щупа тещини. Давай дальняя, вон то. Попал. А, вот. Акула, ёпшу мать, акула. Есть, уходим. Мы так далеко плыли, мы будилы. Сундук грабителя всё? Забрал. Якорь, нет, якорь не надо всё. Взять. Нет. Ой, якорь, блин, надо боеприпасы взять. Пацаны, заберите меня. А ты где? Да. В рот его стреляй. Я сундук забрал. Я сундук забрал. У меня закончились припасы. Он, давайте его, это. С него повыпадало все. Херачьте его. Стараюсь добить. Пацаны, сзади корабль. Да нахрен этот корабль же поможет. Есть, я там не зацепляется. Он по нам стреляет, этот мудак. Он сзади. Одно щупальце ушло.
Он уходит. Кракен уходит, да? Пацаны, да. Мы вышли. Да, реально. Да они сзади корабль, ой, который по нам стреляет. Да тут Кракен, Антон, а не корабль. Хорош, хорош, утопил. Ядер нет. Ядра заканчиваются. Все, направо, право руля перекладываемся. Давайте урода убьем этого. Я меняю курс, готовьте ядра свои волшебные. Давай. Полностью право. О, так, там шлюпка. Пошел ядра возьму. Я бы Кракена добил, мы ему столько щупалец сбили. Там столько лута повыпадало, это просто чтобы меня акула убила. Да не, блин, сейчас мы застряли прям тут. Да вообще ладно, неудобно, как будем? О мой бог. Мы разворачиваемся. Мы резко затормозили. А, мы разворачиваемся. Да. На тебе, мудак. Блять, все заняли пушки. Ладно, мы попали снимем, два раза. Мудак. О, все, минус ушел. Щупальца. Он весь ушел. Ой, я. С другой стороны появился. Ой-ой. В другую сторону уходим. Пацанам шопа! Ой-ой-ой! Ремонтируй, Антон! Всасывает! Ремонтируй! Кого он всасывает? Дебилок, что ли? Снап, заси, ядро мое! Вкусно? Не могу. Меня засосал! Ты где, Миша? Режу его нахрен! Я вытащу тебя. Я починил щупальце. Красавчик. Воды нет? Нет. Пацаны, гасите его! Алло! Гашу его! Щупальце, где я? О, а все. Где ты? Меня отпустило. Ядра закончились. Ой, ой, все черное, ничего не вижу. Выходи. Где я, блин? Ты под водой. Ядер на корабле. Я не понимаю, где я, ничего не вижу. А, все. На тебе. Патроны кончились. Ядер на корабле нет, пацаны. Вообще, блин, вообще не достает до туда. Сейчас я разверну. А, еще и патроны закончились. Я разворачиваю угол. Он Антон, опять затягивает. Гасите его пулями. Стреляю. Что тут? Еман. Долбанул. Что, долбанул нас? Да. Да. Чините, тут много дырок. Я курс перекладываю. Еман, там будто бы она выпадала, трындец. Он разозлился, короче. Что? Пацаны, меня засосало, помогите, пожалуйста, мне жопа. Как мы тебе поможем? Не знаю, я стреляю по нему. Видишь, какое щупальце? Блин, да. Ищу дырка. На тебе, тварь, отпусти Даню. Даню. Я режу его. Данюха. Где он? Режь, где он? Вот. О, не вижу, получается. Данюха. Корпус не подлежит ремонту. Чего? Серьезно? Чего? Да шучу, нормально, чиню все. Мудак. Три щупальца осталось, ребята, надо их гасить. Есть мне ядра, Данил, у тебя 10 ядер, давай, есть, только есть, без промах. Корабль по кругу так вертится, капец. Данил, давай. Ой-ой-ой, он перетянул. Бей его. С дробовика. Блин, он не бьется. С дробовика стреляй. Все, ушел. Тварь. Хорош. Штурвал переложите. Чинить надо. Я стреляю со всего. А где он? А все, мы... Что? Мы выиграли Кракена? Победили мы его? Выиграли. Мы победили. Тормозим, Кракена. Тормозите, надо собрать. Нам достижение дали. Достижение, охотник на Кракена. Пошлите мясо Кракена пожарить. Когда я бомбил ему щупальца, у него столько всего там в воде валялось. Вот да, мы да, 4 да, единицы что-то притащили пока что. Я представляю, сколько мяса Кракена восстанавливает. Идем на остров. Что там по созвездиям? Блин, мы за Кракена забыли, что у нас задание висит наше. Орел справа. Ну а мы при уже на месте, блин, нифига себе досмотрелся. Ты серьезно? Это мы столько копали здесь. Он вот реально сидит на скале, да, же. Дебил, а. В смысле, где? Вот он на скале сидит. Дебилы. Бля! Просто. Офигеть, мы этот камушек искали минут 20. Кракена победили даже. Трон светлячка, хребет открытий. Сейчас найдем хребет открытий. Хорошо, вот оно, он, идем сюда, он недалеко был. Ну как, подождите, ну, я как недалеко, блин? Может быть, имеется в виду статуя древней рыбы, находится на хребте открытий. Трон светлячка на острове стоял. Проснулся человека, самоцвет пропал. Человек отправился в путь. Камень он хочет вернуть. Тара-та-та. Рэпчик я зачитал. Это я поставил туда. Они уплывают. Данил, куда ты спрятал рубин? Возле каскада водопадов. Все, вижу, запомнили место. Уходим отсюда, Данил. Они сиять будут, Миша. Заберу бочку, аккуратно, надеюсь, Данил, не взорвется. Аккуратно, летит прям туда. Блин, я умер. Самоцвет сюда... звезда потерян. Пацаны, сюда еще не дошли. Самоцвет звезда потерян. Забрали самоцвет.
Ребят, рассказываю, что случилось. У нас на судне не осталось припасов после битвы с Кракеном. Приплыл корабль и просто убил нас. И из-за того, что нас далеко заспавнило, рубин исчез, теперь проходить все заново нужно. И поэтому у нас новый корабль. Это Галеон. А, это Кракен напал. Нормально все. Левее, левее, сильно право ты сделал. Прямо. Левее, понял. Где-то здесь сейчас должен быть этот остров. А, и вон она, эта акула плавает, рыба. О, да, Мегалодон. О, привет, друг. Да нахер ты... А чё он? Пусть домой плывет. Новые острова, короче, пацаны снова... Бля... Сука, за что? Подожди, а первый где? Что там? Где подзорную трубу-то найти? Видел недалеко остров? Да, там она там же. Разворачивайтесь назад. Понимай. У нас в предыдущий раз текста меньше в книгах было. Теперь текста больше два раза. Пошло в жопу. Потому что, наверное, игра считает, что мы второй раз это говно проходим. Охренеть, блин, круто. Во-во-во, прямо выравнивай. Терпение, плывешь. Пацаны, терпение. Плывешь. Главление терпение, так что все нормально. Терпите, падлы. А что все в тумане? Выключите туман. Тормози, тормози. А, да, точно. Тут же ручник надо дергать. Тормози, тормози. Что, здесь? О, да, здесь. Нашел. Ай. На один древний сундук. Может, даже не слазить. Сейчас я найду его, открою, у вас тоже труба появится, чтобы время не тратить. Все, у вас телескоп появился. Ах, нормально. Второй раз Кракен! Ну ладно, давайте воевать. Вы рофлите, когда мы ищем Кракена? Давайте биться. Когда он нужен? У меня ядер нет, как всегда, понятно. Я говорил, там мгла будет. Мгла и Кракен, что может быть лучше? За одну серию два Кракена. Не, мгла это там тоже. Он сосет уже, херачьте, пожалуйста, первый щуп. Не сосет, сука, сука. Нет, зависит. Хорошо. Так, отлично, убрали еще. Давай сейчас засосем. Вниз. Пацаны, о, черт, ударило. Идем, я чиню. Сосу хрена. Получи. Сейчас я сосу. Мне правда еще потом. Сейчас у нас соснем, пацаны. Я сосу, Миш. Сосать это залог здоровья. Да? Стреляйте по нему. Да я так же бомблю. Ружьями. Ядра закончились. У нас так, на корабле сколько? 45 ядер, уже нет вообще. Красная вода, охренеть. Куда мы попали? А мы может... точно? А мы за пределы не выпалили карты? Не-не-не. А мы, может, бросим якорь? Бля! Хрен ли ты вылез? Дурачок, иди домой. Иди поспи. Получай, скотина. Нихрена себе! Чините. Это что было? Это Кракен дуканул. Мы победили его? Опять за ним ныряй. Нет. Продырявил. О. Миш, давай якорь поднимай. Миш, якорь. О, меня засосало. Нет, Миша, якорь за якорь схватить, блядь. Давай, давай. Меня оторвало от якоря. Нет! Стреляйте по щупальцу. Стреляй, Антон. Да не, помоги, да помоги мне, да его все равно. Выпусти. Да его не отпустит. Отпустит его. О, бля. О, выкинуло. Блин, далековато, правда. Плыву к вам, пацаны. Антон, ремонтировать. Да, иду чинить. Ох, тут Миша, тут щелей вообще трындец. Блин, у меня одна доска всего. Самые Европу столько не знали вообще всего пробитого. А чё ядер нет? Закончились ядра? А их мало осталось вообще. Мы выплыли? Нет. Да их мало осталось, может уже так. Яман там что-то золотой валяется. Так, ну, используй их. Кого мне что, блин, по ядровому порту бить, что ли? Да отвали ты! Эта тварь не отваливает от нас! Выстрелите, он, пожалуйста, в него, чё? Пацаны, а? Спасибо вам. С чего? Ты что, умер, Данил? Не, я жив. А где корабль? Чё так колбасит корабль? Шатает он... вообще по-дикому. Два щупальца. Чё так шатает корабль? Так вы просто сбейте щупальца. Он щупальца корабль обвил. Я не могу починить его, блин, тут надо еще воду сосать. Он щупальцем отбил корабль, пацаны. Так он не отстает, я его бью, не отстает. Это как ладью мне в этом, в парке. Мы сейчас затонем, блин, сосите воду. Да я что могу сделать, он мне еще и обливал. Все, он отпустил, пацаны. Он сосет. Он замолофил все, блин. Нифига у нас корабль как приора четкая теперь. Дырявый у нас корабль как... Дробаша стреляю со снайперки. Он капитанский мостик обхватил. Блин, я сейчас умру. Все, отпустил. Да
Да! Еее! Он свалил, победили его? Да мы победили, а мы и так, пойдем собирать. Яман тут всего. Так, мы идем. Потому что в недрах южного острова камень скрыт. Ну, здесь полегче будет. Надо вот так вот еще сделать. А вот какой железный учитель? Ты что еще такой железный учитель? В недрах острова, а где это самое? Подожди, где Кракен-то был? Созвездие Кракена. Кракен-то был. Где он? И че, Миша копает? Я нашел, пацаны, кажется. Где? Куда? Нашел. Хренов ты, рубин флажку. Вот как иди можно сюда было найти это место? Как? Это нереально. Они могут писать что-то у корабля. И получается у нас змея. Ну да, как раз змея же. Все правильно. И акула. Хрен знает, найди пока. О, я нашел. Где? Ща вытащу, надеюсь, что он желтым. Да, это он, я нашел. Красавчик. Тварь под водой был. Покеш. Такой же где квадрат ты? Долбанный. Я выплываю. А, так все, мы два наши самоцвета. Да. Ускользающая история. Начать можно с острова сейчас, поющего. Рулите. Паруса. Вы пустите. Поющий нашли или я найду? Ладно, я найду поющий. Что тут? Берите кристалл, тормозите. Давайте, тормозите. А, точно, их же надо взять. Берите, там, короче, в нашем месте. Какого? Ты, Данил, возьми. Я один взял кристалл, давайте. Миша, второй раз уже в эту дыру лезем, блин. Че надо? Почему тут, у нас другая пещера не появилась? Нельзя нам просто координаты острова скинуть. Че ты тут? На. Вставляй. Оп. Еще один. О! И че? Открывай. Что теперь? А, роток открывай. Смотри, загорелось. Смотри. О, нифига. Созвездия загорелись. Свиток, нифига, блин. Смотри, что это, посмотри. Добавлена страница. А что? Это, это не всё. Неразгаданная история. Это сюда, пацаны. Это вот, не сюда всё. Я ставлю? Вот. Да, ставь. Сюда. Ну открывайся опять второй раз, блин. Блин, серьёзно? Это не всё. Подождите, а вы запомнили, какие символы светились? Я понял, для чего они светились. Запомните, что там светилось? Погоди, не активируй, Антон. А я поджигать, не... Давай надо. Почитаем. Надо поджечь. Я один подожгу. Прислушал, единственный в своем роде указал нам путь. Это не продумали. Антон не остался. Твоя там судьба была. И вы запомнили? Так вы запомнили какие-то? Нифига, а там их много было, а здесь их 4 всего. Погоди, сейчас убежусь. Поющий змей усыпляет бдительные тогда души. Все нажимаем, не проверяй, нажимаем. Да. Я нажал. О! Есть! Все! Да я бы... Офигеть! Вот этот, что это? Вот это кристалл сука длинный. Из рассекателя. Смотри. Это вот то, что мы искали. Это только первый камень. Еще один. Вручит. О, давай с гарпуна. Зацепил его. Данил, блин. Плавает тут синюшная ушлепина. Нифига, рубина, солнце переливает. Да, Миш, рано. Направо, право руля. Ну ладно, нос. Да, рано. К нему закинемся. Забирай, дядь. И куда сад засунул свои астрономические таблицы? О, это вы! Нашли мою подзорную трубу! Чудесно! Я передам этот ваш прелестный самоцвет. О, сад все помнит. Он вовсе не хочет, чтобы человек со светящимися глазами злился на него. Понравилось длинное видео по пиратам и хочешь продолжение этой истории? С тебя очень много лайков, подписка и комментарий о том, что тебе понравилось. Главное, это подписка, чтобы не пропускать видео, и лайк. Не прощаюсь.